Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, это Samsung Galaxy Z Flip. И сейчас я вам покажу, как на этом устройстве войти в режим Recovery. Итак, для начала вам нужно зажать и удерживать кнопку питания и уменьшения громкости для того, чтобы выключить устройство. Нажать выключить. И телефон вырубится. После этого вам нужно будет зажать кнопку питания и кнопку увеличения громкости одновременно. Зажимаете и удерживаете. После появления логотипа отпускаете. И ваше устройство переходит в режим Recovery. Для перемещения в этом меню вы используете кнопки уменьшения и увеличения громкости, а для выбора какого-либо из подпунктов нажимаете на кнопку питания. Reboot System Now, например. Вот телефон сейчас должен перезагрузиться. Проверим, так ли это. Отлично, телефон перезагрузился. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.